Тем временем блогеры обсуждают старинную испанскую традицию. Ходьба на ходулях – непростая задача для большинства людей. Но для Данза Торрес из Ангиана, что в Испании, это так же легко, как просто пройтись по парку. Каждый год, во время празднования Данза де лос Занкос, они встают на деревянные ходули и быстро шагают на них, кружась и пританцовывая по самым крутым, мощеным улочкам города. Это шествие проводится, чтобы почтить Ла Магдалену, одну из главных святых в этой части страны. Фестиваль проходит в июле и называется Данза де лос Занкос – танец на ходулях. Это один из самых старых праздников в Испании. Танец на ходулях могут исполнять только самые смелые и порядочные парни из старых семей Ангиана. 8 из них надевают разноцветные жилеты, белые рубахи, желтые с узорами юбки и танцуют на ходулях, отбивая ритм кастаньетами. Удерживать равновесие на неровных улочках Ангиана невероятно сложно, тем более что танец предполагает постоянное кружение и довольно быстрые танцевальные па. Кажется, что удержать равновесие им помогают разве что их желтые баллонообразные юбки. Конечно, иногда бывает, что танцоры оступаются, но их тут же ловят в свои мягкие объятия восхищенная толпа. У меня от одного взгляда на них голова идет кругом. Традиция танца на ходулях прослеживается с 17 века. Данза Торрес всегда были столь почитаемы в местной культуре, что в их честь даже назвали одну из улочек, по которой они передвигаются. Куэста де лос Данза Торрес, или Холм танцоров. С вами была рубрика «Тем временем». Оставайтесь онлайн на сайте телеканала «Мой город». И не забывайте читать наши новости ВКонтакте, Фейсбуке и Твиттере. До свидания.